на моем участке достала земля такая, что огородными культурами заниматься очень сложно. Заниматься сложно почему? Потому что земля – это тяжелый суглинок. Крайне тяжелый суглинок, на котором ничего не растет. Ничего не растет без удобрений. Кажется, вроде бы богатая земля, богатая почва, но чтобы что-то вырастить, нужно сюда навоз, навоз и навоз. Значит, вот я сделал грядку свежую, новую. Опять стал вопрос, чем удобрять землю? Так вот, сейчас у нас тонна навоза стоит от 1,5 до 2 тысяч. Мешок навоза стоит 150 рублей. На эту грядку, чтобы получить нормальную землю, это требуется мешков 10 навоза. То есть тысячи-полторы плюс хлопоты. Для того, чтобы сделать землю приемлемой для огородных культур, я сделал что? Огородил эту землю. Значит, чуть подкопал ее поверхностную прокопку земли. И в начале июня засадил ее смесью сидиратов. Значит, первый посев был у меня с этой горчицей и редькой масличной. Значит, вот это было где-то числа 10 июня посев. Сегодня у нас 6 августа. Значит, 10 дней назад я этот первый посев все сюда закопал. Значит, эта горчица и редька масличная выросли на 40 сантиметров на стойке. Полностью заполонили эту грядку. Вот я их перекопал 10 дней назад. Вот остатки этого, то, что было. Значит, посадил, следующая посадка, горох, посевной горох. Посадил 10 дней назад, вот он сейчас уже пророс, начинает в силу вступать. Значит, будет расти числа до 10 сентября. Тогда, когда он начнет желтеть, значит, я его снова перекопаю. Опять с неделю подожду и посажу уже третью культуру. Третья культура – это будет озимая посадка. Есть вика зимняя, есть рожь озимая. Ну вот я буду садить озимую рожь. То есть числа 15 сентября я посею озимую рожь. И число к 5-10 мая эта озимая рожь будет снова такой же величины. И будет третья закопка зеленой массы в землю. Вот после такой подготовки, значит, ну я лето потратил на это. Значит, вместо 1,5-2 тысяч рублей я закупил семян вот этих сидиратов на 100-120 рублей. И работы, в общей сложности работы, ну это часа 3 на эту грядку. После этого 3-4 года я смогу на этой грядке растить все, что угодно.